Предварительная акция «Измени одну жизнь» для оказания необходимой помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского района. На сегодняшний день проводится сбор одежды для детей от 3 до 15 лет, которую можно принести в отделение социального развития офис общественной организации «Соучастие в судьбе».